Спустя непродолжительное отсутствие я возвратился в реставрационно-восстановительный центр «Автореликвия», и руководитель, директор Дмитрий Викторович Сварчевский с радостью согласился поделиться с вами новостями о его проектах. Здравствуйте, Дмитрий! Всем привет! Не прошло и полгода, да, совсем немного времени. Значит, по предложению Федора, почему-то его прет мотоколяска, и он начал с нее. Ну, что сказать, кузов благополучно закончен в металле, будем говорить так, на 90% разрихтован, и в понедельник, во вторник заезжает кузовок на грунт. И в этом году, да, ну мы видим, что снята с него ходовая задняя часть, передние ходовки нет, то есть голенький кузов, там без дверей, без всех дел. И ставим его, грунтуем. И в этом году с этим проектом по кузову все. И будут основные работы по двигателю. Я приобрел оригинальный мотор, вдобавок к тому, который был, некомплектный. Я купил комплектный, был вынужден из-за одной маленькой детали купить целый мотор. И теперь будем принимать решение, какой мотор будет делаться. Если мы с Федором поднимемся в моторный цех. Конечно, поднимемся. Да, и там будет видно, что два двигателя. Или мы оба их запустим, или из двух сделаем один. Ну, в общем... Правда. Да. Запустим. Да, посмотрим, значит, как это будет. И на этом, в этом году, наверное, все. То есть и с наступлением тепла в 2021 году будем краситься и собираться по циклопу. Изготовлены новые стекла. Вот стеклышко сделал лобовое. Сразу сделал лобовое новое стекла на моргуновку. У цики только переднее стекло, а у моргуновки еще в тенте есть заднее окошко. Поэтому изготовлены стекла сразу сюда только лобовое, на моргуновку. И переднее, и заднее. А на моргуновке, на циклопе переднее стекло идентичное? Да, абсолютно одинаковое. Угу. Да, у них и даже рамки очень похожие конструктивно. Вот, поэтому вот таким вот образом. То есть вот это вот на сегодняшний день такой вот момент с циклопом. Федор прошел мимо Мерседеса, но может мы к нему вернемся. Обязательно. Вот. Помогает, вот по циклопу как бы вот так. У нас сегодня день буквы М. Моргуновка, Мерседес, ну и циклоп затесался тоже. Да. Спасибо за просмотр, не переключайтесь, двигаемся дальше. Друзья, присмотритесь, пожалуйста, в свои экраны гаджетов. Видите тут автомобиль? Я нет, а на самом деле он есть. Это не набор запчастей, это действительно остов автомобиля СМЗ-С3А, легендарнейшая серпуховская мотоколяска Моргуновка. И сейчас мы проведем о ней беседу. Прошу вас. Да, Федор несколько раз прорулил и все время прорывался, пытался прорваться в соседнюю часть цеха. Да. Вот. Я его так уже за локоть поймал, говорю, что ты мимо прошел. Действительно, ну, правда, здесь присутствуют еще кое-какие детали от Мерседеса. Вот, сейчас место такое... Мотоколяска офигела, да. С деталями от Мерседеса, да. Это, конечно, круто. Необитаемая, поэтому... Но на самом деле заняла свое место и начинает потихонечку реализовываться еще один проект по реставрации вот мотоколяски «Моргуновка». Циклоп уже вот на стадии, повторюсь, грунтовочных работ, а вот «Моргуновка» еще только на стадии, будем говорить так, группировки или группирования запчастей. Но через две недели стартует этот проект, и в моей коллекции будет полный модельный ряд мотоколясок серпуховского завода. Циклопик, моргуновка и квадратненькая уже у меня есть, отреставрированная, стоит в музее. Это будет дополнение к полному модельному ряду запорожцев. И к полному модельному ряду автомобилей ГАЗ-УАЗ. Да. У меня теперь ГАЗ-67Б, ГАЗ-69А и УАЗ-469. То есть, да, вот. Да, да. Поэтому, как бы, да, это будет дополнение, давно я хотел.
И вот, я же говорю, через 2 недели стартует и этот проект. Так что, как говорил Быков, будем жить. Будем жить, будем возрождать ретро-технику. Видим колеса от него же. В принципе, думаю, резину, кто там восстанавливает, можно от квадроцикла ставить какую-то. Не надо, Федор, выдумывать какие-то, придумывать ненужные велосипеды. У меня есть просто новые, оригинальные. Ну, естественно. Это же авторелитвия. Здесь ничего не притуливается, не примазывается. Здесь все делается как положено. Согласно заводских требований. Поэтому 5 колес новых уже лежат на складе. Так что никаких квадроциклов. Прекрасно. Ну что ж, спасибо большое. Надеюсь, в следующем видео уже посмотрим очередной этап по реставрации. Обязательно. Вот так вот, друзья, проходят мои, я бы сказал, будни ретровика, но сегодня выходной день, потому что в будни я работаю. Проходит выходник ретровика. Спасибо всем за просмотр, мы двигаемся дальше. Продолжаем вещать из операционной реставрационно-восстановительного центра «Автореликвия». И сейчас мы с вами познакомимся с рядом двигателей, которые будут в дальнейшем установлены на мотоколяске СМЗ. И в данном случае для начала мы видим в кадре двигатель от «Циклопа». Ну, сделанный на основе ИЖ-49. Нет? Или я не прав? Вы сейчас немножечко путаете. Значит, возвращаясь к тому, что вы там в предыдущих говорили сюжетах, это вот двигатель, который я приобрел, значит, да, недавно. Видите, под него уже изготовлены опорные детали. Он будет установлен тоже на стенд и на стенде заведен. То есть все двигателя запускаются на стенде в обязательном порядке. По-другому не работает система. Значит, это двигатель с мотоциклом Минск М1М. А в свою очередь это двигатель мотоцикла ДКВ. ДКВ 125, еще довоенная какая-то модель. Я не могу где-то там что-то. Вот, но это ДКВ. Это М1М, более поздний двигатель. А вот лежит более ранний мотор. Он вот в таком виде, правда, в ящичном, если заглянуть туда, вон там вот он вот лежит, это более ранний мотор М1А. Вот его цилиндр, видите, как выглядит. То есть он отличается от того, конечно, это чугунный, а там вот алюминиевый. То есть это еще более ранний. Вот у меня на него не хватает якоря генератора, а без него он не заводится. И соответствующим образом пришлось купить более поздний двигатель. Хотя он по году четко совпадает с моим циклопиком. Вот, вот этот вот более поздний мотор. М1М. Вот, это не ИЖ-49. Это то, что было. То есть у меня очень ранний циклоп. И на нем стоял либо вот такой, либо вот... И стало быть, у циклопа М1А. Индекс не S1L ранее, а более поздний S3L. Там уже, да, от ИЖ-49. Да, и да, он в данном случае, мы о нем, да, речь не ведем. Да. Вот такой вот мотор. Опять же, вернусь к тому, что готовим его под постановку на стенд, будем заводить и определяться с его техническим состоянием. Опять же, если вернемся вот к двигателю М1А, то рядом с ним увидим тоже, это уже двигатель на моргуновку. Вот, вы там тоже видели ее в цеху. Сам, 100%, да. Сама мотоколяска. Вот это двигатель ИЖ-49. Вот так выглядит. Естественно, модифицированный под мотоколяску, но концептуально вот это мотор ИЖ-49. Да, видим же, что сцепление сбоку, то есть нет, будет выходить нет, отсюда. Нет, это не сцепление. Здесь стоит вентилятор охлаждения. А, интересно. Сцепление, как и у всех мотоциклов, спрятано внутри самого кожуха. То есть вот под этой крышкой сцепление, а на этом валу будет стоять вот такой вот примерно концептуально. Вот такой вентилятор. Ну, естественно, по-другому выглядит. Это вентилятор с циклопика, а на моргуновке он... Тоже где-то он есть.
знает моторист только где что лежит. Безусловно. Вот, да. Вот подготовлен бак. Тоже он с такими специфическими треногами, дабы бензин самотеком поступал, насоса-то нету. Не стоять же с канистрой. Тут если емкость с бензином установлена, трубопровод и бензонасос подкачивает, то в мотоцикле же этого нет, поэтому бак должен быть сверху. И заранее изготовлена вот такая конструкция. Это бак от Маргуновки. И с этим баком будет обкатываться как и циклопика мотор, так и Маргуновки. То есть вот такая вот история. Понятно. Понятно. Очень антуражное место, друзья. Давайте покажем кусочек так называемого рум-тура. Самые внимательные видели 2 года назад, как я проводил обзор. Ну, конечно же, время идет, все меняется, причем в лучшую сторону. И вот тогда мы просто увидели обзор мастерской моторный, моторный цех. То теперь и полюбопытствовали, как проходит обкатка троечного двигателя. И в дальнейшем посмотрим на двигатели мотоколяски. Двигатель же этот ниоткуда-то не взялся. Этот двигатель отреставрирован в этом цеху. То есть, конечно. Естественно, он был демонтирован с этой тройки. Проведена глубокая работа с ним, масштабная дефектовка. Блок прошел большой объем механообработочных работ, то есть зашлифованы все привалочные плоскости, практически заново изготовлена, начинена головка блока цилиндров, новые направляющие, новые седла, новые клапана, новый пенал, распредвал, рокера, то есть все новое. Здесь такой объем работ в этот двигатель уложен, что, так сказать, сложно себе даже представить. Однозначно. Спасибо большое за увлекательную экскурсию. С радостью вернемся к вам снова. Ну а вас, дорогие зрители, я благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, ибо я люблю иметь обратную связь с подписчиками. И оставайтесь с нами. До новых встреч!